Кто такой Павел Грудинин, знают все. Кандидат в президенты, коммунист, обличитель власти, директор совхоза имени Ленина. Власть боялась его раньше и боится сейчас. Так, в выборах 2018 года Путин отказался выходить с ним на дебаты. Понятно почему. Выигрышная позиция и большая поддержка от народа Грудинина, его прямолинейность, пугает Путина. Участие Грудинина на выборах показало очевидные преимущества социализма и социальной справедливости на примере совхоза имени Ленина. На этом предприятии не изымают полученную прибыль, а пускают ее на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и помощь работникам. Именно этот, до сих пор живой уголок социализма в государстве капитала, стал власти поперек горла. Его хотят отнять и стереть с лица земли. Если тебе не безразлично, в какой стране ты живешь, поддержи совхоз Ленина рублем, потому что каждый рубль помощи совхозу – это рубль, вложенный в борьбу против Путина и власти. Реквизиты ты видишь на экране, реквизиты добавлены в описании к видео. Помни, рубль помощи совхозу имени Ленина – это рубль в борьбу против Путина и власти.